С 1 августа филиалы кадастровой палаты Канаша и Новочебоксарска больше не будут принимать документы на оформление недвижимости. Сократится количество окон приема в Чебоксарах и в Кугесях. Отныне с бумагами нужно будет обращаться только в многофункциональные центры. Если вы подавали документы в том офисе, который уже закрыт для приема документов, не переживайте. Получить готовые документы можно будет именно там же, где вы подавали их, потому что сотрудники кадастровой палаты будут работать только на выдачу готовых документов.